Привет, друзья! Мы сейчас находимся на Патриарших прудах, и я хочу сделать один социальный эксперимент. Будем предлагать людям сделать одно очень простое, но неожиданное действие. Девушки, добрый день! Не хотите прыгнуть? Если вот разметочка, прыгните. Нет? С места? Нет. Нет? Я думаю, не оторвусь от земли. Прыгните? С места? Нет? У нас тут разметка есть. Не хотите прыгнуть? Прыгните. А с места, вон. А космос? Смысл? Да. Да просто так. Шел, и прыгнул. Нет? Надо разминаться долго. Разминаться? Ну ладно, смотрите. Здрасте. У нас тут разметочка есть. Прыгните? С места. Не хотите прыгнуть с разметки? Мужчина, а может вы прыгнете? С места. Какой смысл? Да, никакого смысла нет. Это так. Чего бы не прыгнуть. Не тянет? Молодой человек, а не хотите прыгнуть с разметки, с места? Да кто ж сегодня прыгнет-то? Прыгните кто-нибудь? Нет, спасибо, не надо. Мы не из пробливых. Парни, а прыгните кто-нибудь из вас? Нет, спасибо. А что, насколько надо прыгнуть? Да, как угодно, просто с места. А у вас там какой-то блок или что? Блок? Не, просто разметка есть. Прыгнешь? Ой. А приз есть? Вообще без приза? Ну просто так, прыгнешь. Блин, а может там наметнешь приз какой-нибудь? Не, я просто так. Откуда? Да вот прямо отсюда. А ты, Серега, тоже со мной, окей? Вот, блин, он... Без Сереги? Ну ладно, давай без Сереги. Давайте. Слушай, дружище, но ты прыгнул. Кстати, единственный из всех людей, кто прыгнул. И я тебя хочу поблагодарить за прыжок веры. Вау. И дать тебе денег. Серьезно, все? Да, все. 100 тысяч. 100 тысяч? Да. Охереть. Ну ты же прыгнул. Охереть. Четко. Спасибо. Молодец. Самое главное прыгнуть, да, давай. Ты точно не заберешься, камера так хоп. Нет? Нет, серьезно? Серьезно, это твои деньги. Ну ты ж прыгнул. Вот мне поверил. Так повезло, вот вообще, на самом деле. Спасибо, прям в душу. Давай, давай. Спасибо. Молодец. Я просто недавно обратно в Москву вернулся. Вот. Как себя чувствуешь? Еще хорошо. Волнуешься? Да, вообще, я прям я не верю. Не веришь? Бывает, да. А почему ты решил прыгнуть все-таки? Не знаю, просто на приколе всегда хожу такой. Предложили, чтобы не прыгнуть. Красавчик. Ну потому что сколько? Не знаю, человек, наверное, 20 отказались. Серьезно? Да. А ты взял и прыгнул. Сибирские пацаны простые. Ты из Сибири? Да. Красавчик. Ладно, хорошего дня, давай. Тебе девушка сводит в хорошее место. Хорошо, спасибо. Удачи.